Досуговый центр Дроздова вновь в центре внимания. Здесь проходит открытый конкурс чтецов «Родное слово». Организаторы получили около 30 заявок со всего московского региона. Цель конкурса чтецов – заставить, подтолкнуть детей к изучению хорошей литературы, чтобы они читали, чтобы они сами выбирали себе какой-то действительно интересный материал, который их затрагивает. В этот день юные артисты декламировали со сцены великих русских классиков литературы. Свои выступления ребята старались разнообразить яркими образами и музыкальными номерами. Ульяна Прошина занимается в досуговом центре Дроздова актерским мастерством. И хоть стены для нее родные, признается, что выходить на сцену первой было волнительно. Воспитанница театральной студии заняла почетное 2-е место. Веселое настроение, потому что все равно любой конкурс – это такое позитивное мероприятие какое-то. Тебе надо показать себя, доказать себе, что ты лучше всех. Еще одна участница Варя Пчелинцева приехала из Москвы. Девочке всего 6 лет, но она уже частый гость подобных конкурсов. В этот день юная артистка заняла 1-е место. Рассказала, что тщательно готовилась и долго репетировала. Для выступления выбрала произведение Ивана Андреевича Крылова. «Лиса и лев» – басня о том, что сначала лисе... Лев показался страшным, а когда она к нему пригляделась, он, показался не страшным. Мы репетировали очень долго, я старалась. Чтобы доказать, что ты достоин 1-го места, нужно приложить немало усилий. Жюри оценивало не только артистизм и умение уверенно держаться на сцене. Важную роль играло смысловое проникновение в содержание произведения. Очень важно, чтобы дети с детства умели, приобщались к литературе, к музыке. Вот, чтобы они росли именно в этом духе, чтобы они совершенно свободно могли и читать, и петь, и танцевать. Вот так это входит в общее развитие ребенка. Конкурс прошел впервые, но уже привлек внимание ребят и их преподавателей со всего московского региона. Организаторы надеются, что родное слово отзовется в сердце каждого и будет трепетно взращивать любовь к русской литературе. Ведь оно близко и понятно нашей душе. Его нужно хранить и оберегать. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.